праздновать Лига. Почти литруха водки. Господи Боже, помогите, спасите, если бы вы видели, как закреплена моя камера. Как я вам, кто ничего не выдумывает, тот не пьет. Шампанское тоже. Еду домой, буду распаковывать вещи, покажу, что я вам привезла. Такого интересного из Латгали. Он буквально держится у меня за грудь. Прекрасное кафе. Как я себя? Томочка, сладкий, соскучился, чем еще бог. Итак, что же мы привезли из деревни? Так начинается этот влог, можно сказать. Будем разбирать, смотреть, что же там. Что я еще могла припереть? Ха-ха. Так, эта штука называется мармит. И для чего она? А посчастливилось мне урвать прямо из ресторана. Свечка, получается, горит. Огонь идет. К примеру, супчик или что-нибудь, чтобы я захотела, чтобы было теплое, будет подогреваться. Так, сюда наливается, к примеру, горячая вода. Также ставится свечка. Сюда что-то для горячих блюд. И точно так же все это дело подогревается. И гости, которые приходят ко мне в дом позже обычного, к примеру, всегда наслаждаются горячими блюдами. Мне лишь нужно ее привести в порядок. Они закрывали у меня родственники ресторан и распродавали всю ресторанную утварь. Поэтому мне повезло. И теперь у меня есть самый настоящий мармит. Представляете? Распродавали, конечно, много всего интересного, всего уж я вам не покажу, пусть останется затравочка на будущие выпуски. А как мы проводили выходные, смотрите прямо сейчас, потому что они были фееричными. Сразу предупреждаю, рецептиков в этом выпуске не будет, но будет что-то очень-очень необычное. Здесь находится что-то невероятное, я не раскрывай, не раскрывай секретов. Полетели в этот выпуск. Я очень рада вас приветствовать, потому что давно не виделись. Люблю, целую. Обстановка по кайфу. Друзья, мы едем праздновать Лига. Значит, языческий праздник солнцестояния. Даже инквизиции пришлось смириться с этим праздником, потому что это самый древний праздник у нас в Латвии. Гуляют все, жарим шашлыки, пьем пиво, балдеем, плетем веночки, одеваем их красивые, ходим, в общем, цветем и пахнем, встречаем июль, встречаем самую короткую ночь в году. Очень интересно, у нас столько вкуснятины с собой. Вау! Вкусняшки подготовили не только мы. Мы едем к родственникам, а там столы всегда богаты, всегда гостеприимны. Но самое интересное, это то, что они совсем не знали о том, что мы к ним едем. Вся наша родня очень гостеприимная, поэтому сюрпризов не боится никто. Я бы сказала, что сюрпризы ждали нас. Подожди. Так. Ой, кто это? Это кролик. Покажи. Ага, в прошлый раз я тебя не видела. Он маленький. Это одна. Обалдеть. А вы же, откуда? Ого. Посмотрите, а они давно вылупились? А черные же мальчики, о, да? Вот это картинка. Девчонки, давайте в бассейн. О, кайф. Дянчик уже вовсю здесь шуршит. Салатик моем. Салатик моем. Люля-кибашечка. Кстати, я подумала, что если мы все, например, сегодня не пожарим, можно сделать завтра бургера. Да? Кстати, это. А я такой вкусный тирамису, я даже без пиццы сама испекла, представляешь?
готовим. Да, так что мы сегодня будем обжираться. Вот там построена огромная красивая терраса, и мы сегодня на ней будем. Балдеть! Хорошо в деревне летом. Пахнет скошенной травой. Классно. Где-то стрекочет цикады, где-то жаба квакочет, а где-то поливается огород. Вот так вот. Здесь все растет, правда? Как Светушка рассказывала. Тут сегодня будет такой гульдеж. Танцы до упаду нас сегодня ждут. С гитарой. Я вообще как в детстве. А кто отдыхать? А я отдыхать. Это все ерунда. Да. Пускай все эти звезды попробуют набрать 46 просмотров, 82, ну или хотя бы 126, как я, например. Шутки шутками, друзья, а лежать-то некогда, подготовка полным ходом, ну и, конечно, нужно посетить все окрестности Фазенды. Поэтому у нас небольшая экскурсия по участочку, нужно везде жалом поводить все, посмотреть и бегом накрывать на стол, потому что совсем скоро стемнеет, и это то самое время, когда будет пора садиться за стол и праздновать праздник Лига. А я уже прощаюсь, говорю, ну вот как это вот можно выдумать так все красиво? Я сама довольна, да, чертиков, просто какой кайф, какой кайф. Боже мой! Девчонки, вам классно? Да. У нас классные купальники, типа. Одинаковые, да. Ой, скорее ныряй там. Да, дундурс. Это когда отдыхает тело и душа. Я после Троицы как приехала домой, мне так хотелось вернуться. Знаете, мечты сбываются, главное захотеть. Как говорила прежде, столы у нас всегда очень изобильные, и поскольку канал наш отчасти кулинарный, так мне и очень хочется с вами поделиться, что же было в этот раз на нашем столе. Но хочу заметить, что главные продукты на праздничном столе Лиго – это шашлык, пиво деревенское желательно и деревенский сыр с тмином. Ну а на нашем столе чего только не было, и пиво тоже. Лиго, Лиго. На Ивана баба пьяна Лиго. Вот такая красота. Пора жарить люля. В самый раз у горячки горячие. Бегу насаживать. Признаюсь вам честно, друзья, к столу я приложила совсем минимальные усилия. Мы очень дружно все вместе схватились. Мужчины жарили шашлык. И это было замечательно, потому что все могли отдохнуть. Поэтому я немного покажу вам, как же все-таки происходило наше веселье, а потом еще что-то очень сокровенное. Причина, по которой я приехала в Латгалию через столь короткий срок. И для меня это очень важно, поэтому смотрите видео до конца. Ну а уж если вам нравится это видео, то обязательно ставьте нам пальчики вверх. Нам будет очень приятно. Боялись не пересушить? А-а, прикол. Он хрустящий и не пересушен. Диня, кстати, тоже наша звезда. Подождите, фокус камера. Тиктокер. Братуха, тиктокер, говорю. Готовы танцевать? Красавчик. Приедешь к сестричке на дачу, а там заседают одни такие же старые клячи, такие же старые пни. Пропало не только либидо, пропало еще кое-что. Чемодан не удержался, с полки полетел, и какому-то стиляге по носу задел. Тач-тач, тарирурач-тач, тарирурач-тач, ва-па-па-па-пам.
О, было весело, друзья, но наступил новый день, и он тоже не без приключений. Ха, друзья, и это новый день. Сколько у нас? 11 утра, и я с почти литрухой водки. Вы меня видали такой когда-нибудь? Надо знать, что деревня. Мы едем по кое-каким очень важным делам. Не так просто у нас эта бутылочка. Вчера уже ничего не снимала, потому что не хотела. Просто тупо не хотела. А сегодняшний день получится, я надеюсь, очень даже интересным. Погнали! А меня что, не пристегнули? А тебя сейчас пристегнем. Сестра, привет! Те, кто смотрел предыдущие влоги, знают, что я приехала сейчас к бабушке в дом. Там живет сейчас мой родственник, и очень хочу попросить у него одну вещь, которая мне безумно дорога. Поэтому приехала выпрашивать, и что же все-таки из этого получилось? У нас сейчас очень важное дело, ей нужно сделать. Обязательно. Она, видишь, сама нервничает, сама. Это вот... Поэтому пускай она и пойдет тихонько, спокойненько сделать свое дело. Она хочет там кое-что забрать. Знаете, что хочу вам сказать? Если чего-то очень желаешь, то это обязательно происходит. Уезжаем! Наши каникулы подошли к концу. Пожелайте мне удачи. Вчера заехали к бабушке моей. Саша, кто смотрит, знает, что за бабушка и так далее. Но попали в закрытые двери. И сегодня я с надеждой возвращаюсь туда же и надеюсь, что у меня получится. Вот, так что держим за меня кулаки. Очень уж хочется, но как пойдет. Да-да, нет-нет. Вчера были тоже родственников на кладбище. Было так интересно, когда уезжали. Ну, попрощались, сказали, что спасибо вам. Да ну, как обычно. И пошел треск от бутылок с водой. И просила помощи и в этом деле. И вот теперь думаю, надо, не надо. Ну вот как пойдет, так пойдет, что называется. Так что еду и возвращаемся в Ригу. Не хватай его руками, светлячка погасишь. Сейчас остановлюсь, успокоюсь. У меня все получилось. У меня все получилось, боже. Смотрите, вот там, в пледе лежит та самая картина, которую вышивала моя бабушка своей рукой. И мне удалось ее выпросить. И она едет с нами домой. У меня ничего не было от бабушки. Я такая счастливая. Это была самая большая и главная цель этой поездки. Я тебе покажу, дочь. Там такая девочка с веночком, кстати, на голове. Как у тебя веночек? Да. Да. Обязательно покажу вам ее, друзья, потому что она, конечно, сейчас в таком не очень приглядном состоянии. Но ничего, я ее очищу, отмою, и она будет висеть у меня дома. Я ехала и просила помощи у родных. Они мне откликнулись. Вчера, вот видите, не получилось, а сегодня все пошло вот как пошло. Боже, у меня руки трясутся, черные, просто черные. Сейчас возьму салфетки, благо есть. Я счастливая, еду домой. Просто самая счастливая. Дай Бог всем чтить своих родных и близких. Дай Бог всем понимать, насколько, боже, видите, не могу даже камеру поставить, насколько это важно и ценно. Нет никого дороже семьи. Никого дороже памяти наших родных и близких, которые нас любили, которые нас растили, которые нас охраняют и оберегают. Таким был этот выпуск, друзья. Я была очень рада вас вновь видеть с нами, с вами повидаться, поделиться даже вот этими эмоциями. Были замечательные выходные. Все, всех люблю, целую. Как отреставрирую картину, я обязательно вам ее покажу. Мы едем домой. У нас еще почти 220 километров пути. Сегодня понедельник, и я надеюсь, что завтра вы уже увидите этот выпуск. Люблю вас, целую. Берегите друг друга, любите друг друга, уважайте друг друга. Все, таким был этот выпуск. Пока! Кто знает, что бабушка думала, когда вышивала эту картину? Ну, на тебя похоже. Значит, на меня похоже? Угу. Так, она очень старая и очень грязная, поэтому мы сейчас аккуратненько все это пойдет на реставрацию. Эту картину я вытащила из... Но самое интересное то, что на ней изображено.